Совсем недавно проезжую часть на улице Гагарина обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уложили новый асфальт на площади около 115 тысяч квадратных метров. Использовали высокопрочную смесь «ЩМА-16». Сейчас, после завершения ремонта, всех испытаний и экспертиз нового покрытия, специалисты приступили к последнему этапу – нанесению свежей дорожной разметки. На участке появится сразу несколько ее видов, целый комплекс. В обязательном порядке при такой ширине дороги, если проезжей части не разделены газоном, это разделительная полоса, которая является двойная сплошная, так называемая. Также разделение полос одного направления на проезжей части и нанесение пешеходных переходов разметки, разметки «Дети» в районе образовательных учреждений и стоп-линии на светофорных объектах. Учитывая, что улица Гагарина – дорога с оживленным трафиком, к разметке подрядчик приступает только поздно вечером и заканчивает работу в 6 утра. В качестве материалов для свежих дорожных обозначений вот уже второй год в Самаре используют только термопластик. У него высокий срок службы и выдерживает материал любые погодные условия. Гарантия 12 месяцев. Во время обновления разметки используют и современную технику, произведенную нашим ближайшим соседом – Белоруссией. Кроме того, специалисты взяли на вооружение особую смесь для разметки с добавлением стеклянных микрошариков. Для удобства водителей и для безопасности дорожного движения в термопластик наносятся микростеклошарики. Согласно ГОСТу, мы сюда добавляем фракцию 500 на 900. Стеклошарики служат только для световозвращения, чтобы водитель видел. Работу на Гагарина подрядчик закончит в течение 3-4 ночей. Всего же в Самаре в этом сезоне разметку обновят на 124 улицах. В это количество включены объекты, которые ранее в текущем дорожно-строительном сезоне отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За исключением Волжского проспекта, где разметка наносилась в прошлом году. Также местами нанесут обозначения на отдельные пешеходные переходы. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.